В завершении рабочей поездки в Норильск губернатор края поучаствовал в корпоративном форуме группы компаний «Норильский никель». Там Лев Кузнецов отметил, что повышение качества жизни людей – это общая задача власти и бизнеса. Отмечу, что на форуме поприсутствовал генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Губернатор края Лев Кузнецов отметил, что бизнесу необходимо активнее включаться в соцпроекты. Без развития социальной инфраструктуры компания не найдет квалифицированные кадры, подчеркнул глава края.